23 октября. Наконец-то завершили работу на пруду. Вот Вова бежит на помощь нам. Неспроста это. Тут застряли. Мы могли бы разгрузить сюда тележку вытащить. Ну буксуем. Тут застывшая земля, сегодня 24 уже. Ну и закончили. Пойдем. Тебя мы вызвали с того пруда, чтобы показать. И помочь вылезть. Это у нас доски остались две на тот пруд. Что мы здесь сделали? Вот теперь, видишь? Это вот что вчера приходило. Я не знаю, заехал или нет. Это его след видно. Тут видишь, вот еще на ногах-то глянь. Что тут на ногах есть? О. Идем дальше. Вот эту дамбочку делали. Вот она, с камнем. Мы ее продлили. Она теперь доходит до сюда. Полностью все сделали. Доски лежат для подъема воды. Вон три доски. Здесь больше нельзя поднимать. Большой где-то. Ну и все, засаманили вокруг, забили. Все, вчерашняя щель тут. Никитина, вон она где. Покажи, Никита, твоя работа. Давай. Сюда иди, Вова, покажу. Здесь мы подсунули шифер, что вода будет падать. Ниагарский-то водопад-то. Он вымоет все. Туда. Ну и здесь... кирпичом заложили, с той стороны кирпичом вокруг. Это все продолбили до самого конца. Была неприятность, конечно. Я отвернулся, какие-то на мелкую щель много наложил солому. И ничего нет, пришлось раскапывать теперь, вытаскивать. Он делает непознание даже. Я говорю, ты то ли засланный специально. Только отвернулся, уже во вред пошел. Хорошо, Никитич, ну давай копать. Теперь откапывай. Теперь уже... ну не пролазит. Только сунет туда арматуру, она еще пустота, там каверна одна. Все. Ну вот, все. Поблагодарим Бога, и ты помоги нам вылезти. Ладно. Господи, помилуй, благослови. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благослови надо будет это место. Пособи нам окончить всю работу, Господи. Отпусти нас с миром. Тебе, Боже, слава. Тебе хвала. Честь и поклонение, Отец, Святой Дух. Аминь. Все, попробуем сейчас. Покажем, как мы делали. Вове отдай, а Вова посмотрит, как мы тут ехали. Смотри. Вот эта дамбочка, вот. На нее может подняться вода. Вот выше никак нельзя. Попутили со всех сторон. Это сегодня вот. Доски вчера привезли, и сразу дело тронулось. Прудом закончено полностью. Вот, смотри. Где тележку-то подвезли, она тонет. Мы как мусульмане на заработке. Давай. Колеса. Буксуем такая. Все. Фу. Иди сюда, снимаешь. Тут трудность такая. Нам лень это все заново туда перетащить и там сделать. Фу. Давай, Володенька, помогай, я пойду там. Не отломите только эти. Толкать. Что, заканчивать? Все, заканчивай на этом. Ладно, слава Богу. А может у тебя получится? Ну, давайте попробуем. Ну-ка давай. Заложу помощь. Ну-ка давай. Туда повернем. Это еще у меня не получается. Надо туда вытащить велосипед на бугор. Вот так, прямо на бугор, попробуйте. О,
Это на бугор. Давай. Ну-ка еще. Все. На, Володя, выключай. Давай. И давайте мы втроем попробуем. Давай. А ну, что, тащить? Ну, давайте, попробуйте. Сейчас, куда ехать? Давай. Не отломите только еще. Вот лень нам все это размонтировать, развязать, ведра все снять, бачки снять и по новой все вытащить. Нет, не вытащить, Володя. Все, на, выключай, положи на, Володя, сейчас, на, включай. В тепло, положи себе, на, застыл уже.